очередной трудный день в попытках захватить мир, похоже, доконал планктон. Бедный малютка. Малютка? Я покажу вам всем, кто тут малютка! Нет, я не хотел обидеть! Активировать ионный расширитель! Ох, кошмарное зрелище! У меня появилась мысль. Может, мне лучше уворачиваться от всего того, что они решили в меня запульнуть? План изменений лагуны Бикини был завершен, планктон вернулся к своим грандиозным замыслам. Отлично! Но удача отвернулась от него. После долгих лет плавания в океанских течениях планктон вдруг обнаружил,
что является всего лишь маленькой частицей, деталью огромной и сложной картины. Однако, даже в таком ужасном положении, он был не одинок. Он думал, слушайте, что при должном идиоты, руководстве эти невежественные души могут стать ключом к спасению. До конца путешествия. Впрочем, я шучу. Он обречен.